Всем привет! Давайте представим, что на приемке вашего автосервиса появился новый шикарный ножничный подъемник, например, Маха Дуо 7. И вам, как клиентам, как пользователям, как владельцам данного оборудования, хочется поскорее разобраться с его основными фишками и увидеть его преимущества. И в этом видео мы ответим на самые частые вопросы, которые возникают от клиентов после монтажа подъемника в сервисе. Меня зовут Александр, я руковожу сервисным центром Маха в России. Следуйте за мной, будет интересно. Итак, мы на месте, на нашей учебной линии. Пока мы шли, я успел постричься и переодеться. И первый вопрос от нашего постоянного подписчика из Тамбова. Говорит, что нажимая любую клавишу, подъемник все равно идет вверх. Разберемся. Однажды был случай очень интересный. Новый человек пришел на техосмотр, машину поднял, а опустить не может. Нажимает кнопку вниз, машина идет вверх. Паникует, кнопку отпускает. Опять нажимает вниз, машина опять идет вверх. А потолок ограничен, уже ферма начинается, и машина вот-вот упрется. Позвонил, говорит, срочно спасайте, помогайте. И настолько был в панике, что пытался я ему объяснить, как аварийно опустить подъемник, чтобы без движения вверх. Но он просто не слышит, он очень напуган и не соображает, что происходит. Что ему говорят, и куда смотреть, и что делать. Ну, пришлось организовывать выезд. Приехали, аккуратно опустили, взяли денег и уехали. Каждый ножничный подъемник оснащен механическими защелками для безопасности. Именно поэтому, когда вы нажимаете кнопку «Опустить», подъемник сначала идет вверх, чтобы расцепить механическую сцепку, после чего опуститься. Итак, вопрос номер два от нашего другого слушателя. Говорит, что ему очень удобно работать все время на одной и той же высоте, но на глаз он определить ее не может, хочет настроить подъемник под себя. Предлагаю помочь нашему подписчику. Кроме множества систем, есть еще очень удобная штука, называется рабочая высота. Каждый механик может выставить данную высоту под себя, но только на период своей рабочей смены. После выключения подъемника рабочая высота будет забыта системой. Для выставления рабочей высоты под себя необходимо включить подъемник, дождаться его полной загрузки. Установить подъемник на удобную для вас высоту. Выключить подъемник. Подождать несколько секунд, чтобы напряжение сплата сбросилось. Зажать одновременно клавишу стопора и вверх. Удерживая, включить подъемник. Дождаться звукового сигнала. Вот такого. Отпускаем и ждем загрузки. Рабочая высота установлена. Теперь при каждом подъеме платформа будет останавливаться на запрограммированной высоте. Но только до того момента, пока вы не выключите подъемник. В начале каждой смены
необходимо проводить установку высоты от себя. Высота запрограммирована. Теперь при каждом подъеме подъемник будет останавливаться на запрограммированной высоте. Чтобы продолжить движение, отпускаем клавишу и нажимаем еще раз. И душевный крик от нашего третьего подписчика говорит, что в сервисе выключили электричество. Подъемник надо срочно опустить. Сейчас расскажем как. Во время вводного инструктажа после запуска оборудования в эксплуатацию некоторые клиенты говорят, что с ними точно такого не может случиться, чтобы оборудование осталось без электропитания. Однако по статистике именно эти клиенты в первую очередь звонят для того, чтобы выяснить, что же им сделать с автомобилем, который висит на подъемнике, а клиенты в это время из зоны отдыха через камеру либо стекло смотрит, как вокруг его автомобиля с горящими глазами и красными лицами носятся сервисники и не могут понять, что сделать. Теперь я знаю, куда послать таких. Подписываться на наш канал. В каждом ножичном подъемнике предусмотрена аварийная система опускания, что позволит опустить подъемник, даже не имея сжатого воздуха или электричества. Для этого нам придется отключить все контроллеры безопасности. Один из них отключается вот с такими пятачками. Чуть дальше покажем, как им пользоваться и как это работает. Сначала с помощью специальных пятаков отключаем механическую защиту, механическую защелку. Приподнимаем так, чтобы зубы не могли сцепиться между собой. Вторым этапом необходимо отключить гидравлический контур безопасности. Для этого снимаем катушку с клапана на клапанном блоке цилиндра. Оп. А потом закручиваем ее до упора. Специальный шпенек нажмет на внутреннюю часть клапана, открою его. Следующим этапом снимаем защитный кожух гидростанции, открывая себе доступ к клапанной группе, и находим большое блестящее колечко на главном клапане. Как только мы дернем его вверх, подъемник начнет опускаться. Дернули и держим до тех пор, пока подъемник полностью не опустится. После того, как подъемник полностью опущен, убираем автомобиль, восстанавливаем электропитание, восстанавливаем подачу сжатого воздуха, поднимаем подъемник, убираем проставки на защелках и устанавливаем обратно катушки на клапана клапанных блоков цилиндров. Если все сделали строго по инструкции, то все получится. Но если смотрели видео сзаду наперед, то, скорее всего, защелки захлопнутся раньше, чем вы сможете их разжать. Придется прибегнуть к помощи вот этой ручки. Это гидравлический насос. Позволяет вручную накачать цилиндры для того, чтобы разомкнуть защелки, после чего установить проставки. Все манипуляции с подъемником в этом видео были выполнены профессионалами. На основе инструкций по эксплуатации. Читайте инструкции, смотрите видео. Увидимся. Получилось у нас, получится и у тебя. Что получилось у меня, у тебя точно получится. Подписывайтесь на наш канал.
мы хотим сделать много интересных видео. Возможно, даже будем рубить шланги на подъемнике.